Сьогодні в гостях в аристократії особливий гість. Він знає відповідь на запитання, яке цікавить всіх українців. Зокрема, коли світові санкції доб'ють російську економіку і сковернуть з посади Путіна. Також нам всім цікаво, чому європейці не накладають газове ембарго і нафтове ембарго на російську економіку. Зокрема, колишній перший заступник міністра фінансів російського уряду, а колишній заступник глави Центробанку, а нині знаний у всьому світі економіст Сергій Алексашенко. Він на ці всі запитання вам зараз компетентно відповість. Ми що, не знали, що Путін убійця? Знали. Оказалось, что вообще российская армия такая огромная Потемкинская деревня. Я был в Бородянке, я видел много испорченных вещей. Они открывали гаражи и просто расстреливали машины. Россия прогнила, вот там сверху донизу. Ну, а почему армия должна остаться здоровым элементом? Понимаете ли вы логику европейцев, американцев, ведущие именно такую политику санкций? У многих европейских потребителей есть контракт take or pay. Бери или плати. Ну, то есть, в принципе, получится, если им говорят не покупайте российский газ, то они должны за него платить. А после этого покупать где-то еще. Россия будет представлять из себя что-то среднее между Северной Кореей и Ираном. Говорят, что сегодня в России уже там безработица достигает каких-то колоссальных масштабов. И вот мы для того, чтобы, что называется, почувствовать себя, встать с колен, мы должны вот всем показать кузькину мать. Навалять. Мне можно все, что я хочу, и мне за это ничего не будет. Добрый вечер, Сергей Владимирович. Рад вас видеть, хотя по такому не очень веселому поводу. Начну с эмоционального момента. Только что мне на ноутбук пришло сообщение, что Мариуполь бомбили кассетными бомбами. И русские войска, русская авиация. И, скорее всего, вы видели фото с Бучи, с Гостомеля, с других регионов Украины. Что вы нового о себе, для себя открыли о русской армии, вообще о русском народе? Добрый вечер. Ну, давайте так все-таки. У нас радостный повод, потому что мы встретились, да, и вот поэтому, давайте, ну, хоть чуть-чуть, дайте как-то, а тут сразу, вот, что называется, знаете, как это, мордой в грязь. Что я нового открыл? Извините, у нас радость то, что Москва утонула, об этом мы еще поговорим. Да, об этом мы поговорим. Ну, вы знаете, вот если так честно, я не думаю, что я вот, ну, как-то сильно изменил свое представление о том, что такое Путин, что такое Кремль, что такое российский обыватель, которого Путин за 20 лет вскормил своей пропагандой. Ну, мы что, не знали, что Путин убийца? Знали. Да, там Немцов, Навальный, Политковская и дальше по списку. Да, там огромное количество известных имен, а сколько их неизвестных. Да, ну, мы что, не видели, что путинские солдаты творили в Сирии? Видели. Мы что, не видели, что путинские солдаты творили в Грозном, в Чечне? Видели. Да, поэтому сказать, что мы увидели что-то принципиально иное вот с этой стороны, да, ну, точно совершенно, вот, к сожалению, знаете, как вот все худшие качества, которые только можно было найти в российском народе, в российском солдате, вот Путину как-то удалось их, вот, что называется, вытащить на поверхность. Знаете, вот, ну, вот удивительно такое свойство вытащить самое мерзкое, что есть в человеческой душе. Что для меня стало новым, вот если отойти от моральных, да, таких оценок, ну, опять, наверное, все-таки с одной стороны как удивительно, с другой стороны не очень, это то, что российская армия оказалась абсолютно, ну, небоеспособной. Да, то есть, в принципе, то, что мы увидели, я понимаю, что это все можно оценивать там, вот, ну, слава богу, что она такой оказалась, да, ну, вот, просто, если я говорю, специально я хочу немножко сделать извинение, да, что, в принципе, мы увидели, что вот российские генералы, они пытаются проводить войну времен, там, не знаю, 43-44 года, те же самые
там, тактические построения, танковые клинья, 10 сталинских ударов с разных сторон. Да? При этом никакого, там, никакой логистики, никакой связи, никакой координации между разными подразделениями, никакой инициативы вот в этих батальонных тактических группах, которые, в принципе, должны составлять были вроде бы как основу армии. То есть, то, что оказалось, что вообще говоря, российская армия такая огромная потемкинская деревня. Об этом мало писали в международной прессе. Когда украинские муниципальные службы поснимали таблички навигационные, россияне начали терять свои маршруты, потому что у них не работали системы навигации. Где-то, наверное, четверть войска потерялась и в итоге оказалась без топлива только потому, что у них не было навигации. Ну, в принципе, это хорошо. Да, вот, слава богу, что она такой оказалась. Но слава богу, что она такой оказалась, да, потому что если бы она была боеспособной армией 21 века, то было бы гораздо тяжелее Украине, было бы гораздо тяжелее людям, всем нам. Вот. Но в принципе это вот такой вот, что называется, знаете, как, когда ты вот воочию видишь, как вот эта вот потемкинская деревня, которая пестовалась, лелеялась, демонстрировалась, там самые супервооружения, когда Путин там мультфильмы в Кремле показывал, выясняется, что это такой колосс на глиняных ногах, который так ткнул, и он весь рассыпается. Вот, в принципе, так, что называется, после этого немножечко, когда отойдя в сторону, да, и так подумав, ты понимаешь, ну, а что в этом удивительного? Вот когда вся Россия прогнила, вот там сверху донизу, да, там рыба гниет с головы. Ну, вот рыба прогнила. Ну, а почему армия должна остаться здоровым элементом? Понимаете, ну, вот там можно удивляться тому, что там солдаты-мародеры. Ну, наверное, можно. А с другой стороны, ты берешь там ближайшего друга Путина Чемизова, который возглавляет корпорацию Ростехнологии, с которым мы еще со времен ГДР, что называется, вместе в Дрездене служили. Вот вроде бы глава российской госкорпорации, такой богатый человек, у которого 700 предприятий, там все. Он пишет Путину письмо. Владимир Владимирович, здесь там война, санкции, а можно я у тебя Ростелеком заберу? Да? То есть вот это мародерство на другом уровне. Ну то есть если мародерство разрешено наверху, так а почему там, грубо говоря, почему его внизу нельзя? Да? Почему он вообще должен думать, что вот если там наверху можно заниматься мародерством, почему нельзя мародерством заниматься обычному солдату? Поэтому, понимаете, вот такая вот странная получается картина, да, что с одной стороны вроде как вот много таких неожиданностей, а с другой стороны они как-то вот все такие логичные, да, и назвать, что в общем, уж совсем как-то меня поразили, я не могу. Ну, вы знаете, я бы вот немножко здесь возразил вам. Почему? Потому что я понимаю, там, взять доллары, да, зашел, взял доллары, да, или взял ноутбук, он дорогой. Но когда берут бэушное женское белье, и ты будешь дарить потом своей жене или девушке, это из непонятого. Или берут унитаз, перед тем расспрашивая, что это было. Это получается какой-то, понимаете, цивилизационный разрыв. Они взяли что-то эдакое невиданное. Это примерно как в 1945 году советские солдаты, русские солдаты ограбили немецкие семьи в Дрездене, в Берлине и в других немецких городах. Я был в Бородянке, я видел много испорченных вещей. Они открывали гаражи и просто расстреливали машины, чтобы испортить. Есть такой слоган «Кто вам разрешил так хорошо жить?» Вот это из непонятого. То есть мы понимаем, что фраза «освобождение от нацистов» или как они там называют нас, она уже ушла в прошлое. Но вот этого ж не спрятать. Вот знаете, смотрите, я опять, вот только не подумайте, что я хочу их защищать, да? Вот, то есть, как понять, да, я понимаю. Да, мы сейчас с вами занимаемся какой-то такой вот психологической патологоанатомической работой, то есть пытаемся им залезть в мозги. Вы знаете, я, честно говоря, вот, первая часть, там, почему они забирают, там, условно говоря, там, старое женское белье? Ну, потому что это ребята из деревни. Да, они приехали из самых... Вот если там все, что... Ну, опять, мы же видим какие-то отрывки, да? Откуда приехали, где служили, откуда родом? Ну, это какие-то вот самые такие бедные, депрессивные российские регионы.
Да мы даже не мы представлять не. Ну, то есть, я плохо. Представляете, вот человек, когда там зовут на срочную службу, там парня 18-19 лет, и он тут же готов подписать контракт там с зарплатой, не знаю, сколько там сейчас, 30-50 тысяч рублей, ну, там, не знаю, там 400, 500, 600 долларов в месяц, да, и там готов идти на войну, потому что в его деревне, в его городке это безумные деньги. И он даже не отдает себе отчет, что цена этого дела, это может быть его жизнь, его жена, его девушка. И когда он видит, что ну, можно на этом еще и что-то вот там к этим своим кровавым 30 серебряникам еще что-то прихватить, ну, хватает все, что может. Для чего руки догадаются? Что касается расстрела машины, вот опять не обижайтесь, но это, мне кажется, такая вот черта восточнославянских народов. Я же много времени в Украине провел. Да? Вот я за последние там 5 лет, ну, если посчитать, в сумме года 2 там наездами был. Да, то есть практически половину своего времени. И вот там в довоенное время, ну, военное тем более, когда я разговариваю с украинскими журналистами, первый вопрос, когда российская экономика развалится. То есть при каких ценах на нефть? Вот все, то есть, вот, так, вот самое главное, чтобы у Путина все было хреново, чтобы у него все рухнуло. То есть не вопрос, как нам сделать украинскую экономику счастливой, как нам сделать в стране что-то поменять. Я говорю про довоенное время, да, вот еще раз. Да, вот не было ни одного интервью, ни одного разговора, чтобы мне не задали этот вопрос. Когда наступит трындец? Ну вот, понимаете, вот это вот, не знаю, какое-то чувство. Вот чтоб у соседа корова сдохла, мне не надо моей, вот самое главное, чтобы у него подохла, вот тогда я буду счастливым. Вот я не могу это объяснить, да, вот, но это опять я хочу сказать, что это вот, извините, но вот у украинских журналистов, не буду говорить за всех людей, но у украинских журналистов точно есть такой нарратив. Вот когда все накроется медным тазом в России. Понимаете, ну, вы... С какой-то стороны правы, но дело в том, что украинские журналисты не спрашивали вас, когда накроется экономика там, Эфиопии или Польши. Да? А у нас состояние войны с Россией уже 8 лет. И, соответственно, мы понимаем, что нефтедоллары победить очень тяжело. Именно... Арест, подождите. Вот извините. Я достаточно хорошо представляю, что происходило в Украине эти 8 лет. Да, я туда езжу, правда, вот я начал ездить с весны 2015 года, да, и я очень хорошо понимаю, что там происходило. И я вам могу сказать, что Украина за эти там, 7 довоенных лет, 6 довоенных лет, могла сделать гораздо больше у себя. 100%. Могла. Согласен. Могла, но не хотела. И усилия, к сожалению... Вот усилия, информационные усилия, они были направлены на то, а вот сейчас у Путина будет плохо. А вот сейчас там цены упадут, и он накроется медным тазом. Вместо того, чтобы заниматься ответом на вопрос, как сделать, чтобы у нас было лучше, да, я сейчас еще раз, это я про довоенное время говорю. Да, вот вместо того, чтобы тратить время на обсуждение, как сделать так, чтобы у нас жизнь была лучше, как сделать, чтобы мы жили богаче, как сделать, чтобы у нас экономика была процветающей, чтобы русские завидовали и приезжали к нам. Обсуждение, как сделать, как, вот, чтобы такое случилось. Само, что ничего делать не надо. Да, вот цены на нефть упали, и у путинская экономика рухнула, в тартарары провалилась. Вот даже усилий прилагать не надо для этого. Вот я еще вот, понимаете, я тема скользкая, да, я еще раз, но я к тому, что она вот в психологии многих людей, она все равно вот присутствует. Да? Вот чтобы самому соседу было плохо. Кстати, я соглашусь с вами, что проблема неэффективного управления и коррупции, она с уходом Януковича никуда не исчезла. Она могла там где-то в процентах колебаться, но не принципиально, чтобы мы как-то сильно качественно изменили страну. Но скажу, что в повестке дня Украины и в медийном пространстве эти вопросы постоянно звучали. Наверное, вам задавали вопросы про Россию именно потому, что вы являетесь экспертом в этой части. Хотя, конечно, поговорить про Украину с вами тоже нужно было. И скажу, что у меня такие вопросы есть, да, тут как раз связанные с нашей ситуацией и с нашим будущим. А если можно, вот немножко пофантазируем, скажем, вас пригласили в некий бункер на Зауралье,
И обитатель этого бункера попросил у вас сделать доклад. Россия в апреле 2023 года. Состояние экономики согласно нынешним трендам. Что бы вы ему рассказали? Я бы сказал, что давайте я возьму апрель 25-го. Хорошо. Ну, потому что это, во-первых, экономика инерционная штука, да, и там не факт, что через год все сработает, вот прямо проявится. Давайте 25-й год. Вот, что вы прошли выборы 24-го, и там первый год там, вы пишете очередной майский указ. Падение экономики 20%. Падение уровня жизни 30% населения. Страна абсолютно изолирована от международных технологических, научных, образовательных, культурных связей. Вот такое изолированное существование. Да, конечно, есть там Индия, есть Китай, есть Турция, есть арабы. Но все, что называется цивилизованным миром, западным миром, да, вот таким европейской, евроатлантической цивилизацией, оттуда Россия отрезана. Соответственно, и летать туда самолеты не могут, и туристов туда не пускают русских, российских. Газ покупают или нет? Газ покупают в половинном объеме. Смотрите, вот с газом это мелкий вопрос, потому что вот есть, знаете, помимо того, что есть технологическая зависимость, да, вот, ну, нельзя просто Германию, вот если она 40% газа по трубе со времен 1972 года, газ трубы со времен Брежнева-Бранта идет вот эта сделка, да, и экономика сидит на этой трубе, она, ну, просто другой трубы нету, чтобы газ завести. Возможно, к апрелю 2025 года другая труба появится. Но проблема в том, что у многих европейских потребителей есть контракт take or pay. Да? Бери или плати. Ну, то есть, в принципе, получится, если им говорят не покупайте российский газ, то они должны за него платить. А после этого покупать где-то еще. Ну, это на самом деле, что далеко ходить? Есть украинская магистральная газопровод Украины, который качает российский газ сейчас, правда? Да. Ведь никто же... Ну, вот поэтому это не очень важный вопрос. Да? На самом деле, ну, упадет экспорт газа, не знаю, там на 20%, на 30%. Это не сильно меняет. Понимаете, это. Экспорт нефти упадет, добыча экспорт нефти, вот это важнее, там добыча нефти упадет процентов на 2, за 3 года 15% все-таки, давайте, да, добыча нефти падает на 15, соответственно, экспорт падает там на 20-25, но в принципе, поскольку народ нищает, экономика сжимается, у вас падает импорт, и с точки зрения там валютного курса, платежного баланса, у вас в принципе экономика такая, вот она, знаете, как, ну, она не шарахается, да, если только там. Да, ну я просто там обитателю бункера говорю. В принципе, если вы сейчас начнете, не обращая внимания там, на те тормоза, которые у вас были с 98-го года, что дефицит бюджета это плохо, а финансирование Центрального банка запрещено, если вы эти тормоза снимете, то ситуация будет другая. Если у вас тормоза остаются, то в принципе, с точки зрения там, инфляции, девальвации, ситуация будет управляемая. Ну, она может быть не очень хорошая, но в принципе она не будет, то есть точно там не будет катастрофы. Катастрофа будет в реальном секторе. Реальный сектор – это вот что называется экономика, которая там создает, это не финансовый сектор. Соответственно, уголь перестают покупать, там, экспорт угля в Европу уходит на ноль. Вывести уголь через восточный полигон, через порты Дальнего Востока невозможно, потому что там нет таких мощностей, железная дорога не может построить, к 2025 году не сможет расшириться. Соответственно, обрабатывающая промышленность. Извините, вот сейчас прямо над одной пролетает ракета. Да я, слушайте, у меня киевский телефон, у меня, не знаю, когда начинается ночь, каждые там 15 минут до 20 минут это тревога. Я хорошо понимаю. Ну, то есть, слушайте, я прекрасно понимаю всю ситуацию. Вот. Соответственно, обрабатывающая промышленность гражданская, про военную не буду говорить, потому что там вы меня туда не допускали, я там ничего не знаю. Гражданская промышленность обрабатывает, вот то, что промышленность сжимается в два раза, потому что импортные комплектующие на каком-нибудь там третьем этапе назад точно есть у всех. Да, там даже если вы национализируете там, автомобильные заводы, которые прекратили у вас работать, вы там ничего произвести не сможете, потому что машинокомплекты вам никто не будет поставлять. Даже если вы машинокомплекты украдете
У вас нет краски, чтобы машины покрасить, потому что Евросоюз ввел санкции. Контейнерные перевозки в Россию не работают. Автомобильные перевозки в Россию через Европу не работают. Ну, вот, соответственно, вот, не знаю, что еще сказать. Сказать, что это будет, ну, совсем вот, развал, нет, не будет. Да, ну, потому что 3 года – это слишком короткий срок, чтобы вот там, что называется, более черную картину рисовать. Но если я скажу, вот там взять еще одну точку, там 2036 год, когда у вас закончится там очередной президентский срок, то к тому времени, Россия будет представлять из себя что-то среднее между Северной Кореей и Ираном. Ну да, конечно, там чуть-чуть более продвинуто технологически. Ну, в принципе, китайские, какие-нибудь самые дешевые китайские телефоны, смартфоны, самые дешевые китайские, где нет американских патентов, где нет американских, там ничего американского нету, да? Все сделано китайцами. Царапы, вот как смогли, так сделали. Машины китайские, европейских машин нету, японских машин нету, корейских машин нету. Да? Вот. И при этом все безумно дорогое. Да? Думаю, ведущие машины будут буханка. Ну, как Не будет, ее нельзя столько произвести. Послушайте, ну она же, ну, конвейер маленький, ну, мощности нет. Она хорошая машина, буханка. Самое главное, что она топлива жрет много. Да, она неэффективна. То есть она для каких-то вещей, для поездок по горам, она супермашина. Да, вот просто я считаю, что это уникальная машина. Просто много на ней ездил, понимаю, на что она способна. Да? Но с точки зрения города, неэффективно. Вот. Вот, собственно говоря, соответственно, там, к 2036 году, когда вам нужно будет отдавать власть преемнику или еще идти на 12 лет, вот будет что-то такое. Там, в Иране можно там, посмотреть, как это все устроено. Вот такая вот жизнь. Да? Ну, так примерно. А если говорить про людей, говорят, что сегодня в России уже там безработица достигает каких-то колоссальных масштабов. И это неправда? Нет, это неправда. Это неправда, потому что вот там та самая 1000 компаний, там уже больше 1000 компаний, которые принадлежат иностранцам, они, как правило, все приостановили свою работу, то есть они не закрылись. А подавляющее большинство, они приостановили свою работу и пока еще платят зарплату своим сотрудникам, не увольняя их. Но это первый этап, потом будет частичная зарплата. Подождите, мы же не знаем, да? Или мы говорим про то, что будет с безработицей тогда. Я не знаю. Смотрите, да, я просто знаю, что вот российская статистика, она как-то так криво считает безработицу, да, что она для меня никогда не была таким показателем, которому я сильно доверяю. Ну, возможно, я очень часто говорю, экономика – это такой субъект, который, в принципе, не убиваем. Да? И там, условно говоря, в годы Второй мировой войны экономика была и в Германии, и во Франции, и в Польше, и на территории Советского Союза, на оккупированной. Потому что экономика – это производство там, товаров и их перераспределение. Да? Поэтому люди как-то так или иначе будут устраиваться, что-то они будут делать. Да, потому что пособие по безработице в России такое маленькое, что у него прожить невозможно, и люди будут как-то выкручиваться. Поэтому вот говорить, какая будет безработица, я все это вместе отнес к падению уровня жизни. Да, то есть, на самом деле, если вы работаете, но ваша зарплата снизилась в 2 раза, или вы работаете на полную зарплату, а ваш сосед не работает, ну, это примерно вот одно и то же. Да, поэтому я вот давайте вот все, что связано с уровнем жизни, а безработица, в конце концов, уровень жизни, это вот туда. Минус 30% от сегодняшнего уровня. У вас многие журналисты спрашивают, добьют ли санкции Россию и так далее. Я это спрашивать не буду. Я хочу спросить, понимаете ли вы логику европейцев, американцев, ведущие именно такую политику санкций? Да, понимаю. А можете расшифровать? Пункт 1. Санкции – это есть инструмент дипломатии, инструмент переговоров. То есть дипломатия – это переговоры. Да, и ты никогда не можешь все свои аргументы выкладывать на стол сразу. У тебя должно быть еще много-много итераций для того, чтобы менять свою позицию, либо усиливать давление, либо ослабевать давление. Ну, то есть, если твой контрагент как-то реагирует в любую сторону, то есть, если твой контрагент реагирует так, что он продолжает переть, как носорог вперед, значит, ты должен иметь возможность усилить санкции. Если твой контрагент останавливается, начинает какие-то переговоры, у тебя должна быть возможность ослабить санкции. Да? Это вот первый пункт, что вот никогда нельзя все сразу и там, бабахнуть. А второе. Все хорошо понимают, что Россия – это очень большая и очень специфически устроенная экономика. Да? То есть, которая
является слишком важным поставщиком очень многих природных ресурсов, сырья на мировой рынок. И что мировой рынок сегодня без этого сырья прожить не может. Ну, потому что мировая экономика, она растет, она требует первичных ресурсов. И, соответственно, если России вообще запретить все, то цены на сырье вырастут, там, не знаю, на 30, на 50, на 100%. Да? Вот. И, соответственно, мировая экономика погрузится в рецессию. И, соответственно, вот второй пункт, его Байден неоднократно озвучивал, это то, что, принимая решение о санкциях, мы всегда стремимся максимизировать давление на Путина и на российскую экономику, и при этом стараемся сделать так, чтобы это наносило максимально маленький ущерб, насколько это возможно, минимизировать ущерб для американской экономики и на экономику наших союзников. То есть, вот всегда вот это вот cost-benefit анализ, да, то есть, понимая, что... То есть, санкции всегда обоюдные, вот экономические санкции. Это инструмент обоюдный. Он давит и того, на кого ты вводишь санкции, и того, кто вводит санкции. Да, и вот там очень часто там, про газ вы спросили, да? Может ли Германия отказаться от российского газа? Да, может. Но, условно говоря, если Россия перестанет поставлять газ в Германию, для России это будет потеря, не знаю, там, 1% ВВП, а у Германии это будет потеря 6% ВВП. И вы понимаете, становясь после этого канцлером Германии, вы отвечаете перед немецким народом, перед немецким избирателем. Да? Вот соотношение затрат и результатов не совсем эффективное. Да? То есть, ущерб, который вы нанесете России, гораздо меньше, чем тот ущерб, который вы нанесете себе. И это очень важный элемент при принятии решения об экономических санкциях, потому что это сырье. Пункт третий. Есть три главных направления санкций. Это санкции финансовые. Да, это ограничение вот финансовых транзакций. Это санкции, связанные с экспортом из России. И санкции, связанные с импортом в Россию. С экспортом из развитых стран в Россию. Да, вот, соответственно, есть три этих блока. И ну, все хорошо понимают, что у них разная скорость, как сказать, проявления эффекта. То есть, грубо говоря, финансовые санкции, они проявляют свой эффект самыми первыми, достаточно быстро. Но этот эффект и очень быстро уходит. То есть, к нему можно приспособиться. И посмотрите вы, не знаю, там опыт 2014-2015 года, и посмотрите вы опыт вот этого 2022 года, вы понимаете, что вот санкции, финансовые санкции бьют очень сильно в самом начале, но, в принципе, так или иначе, там, к ним можно приспособиться. Да? Соответственно, экспортные санкции на Россию, они вступают там в действие медленнее, да, и их действие там растягивается во времени, но, в принципе, они приводят к тому, что экономика России немножечко проседает, после чего опускается на какой-то уровень и оттуда начинает восстанавливаться. Да? То есть, просто вот такое, ну, как, не одномоментное, но какое-то падение. И это, вот, так сказать, будем говорить так, среднесрочные санкции. А есть санкции долгосрочные, которые связаны с ограничением экспорта в Россию и комплектующих, и технологий, и научных знаний, и менеджеров. И вот это все носит такой стратегический характер. Да, потому что, ну, условно говоря, если вы директор какого-нибудь там, не знаю, российского оборонного или машиностроительного завода, и у вас есть какие-нибудь импортные комплектующие, то у вас там на складе лежит запас этих комплектующих как минимум на полгода, а то и на год. Да, и в принципе, если вот поверьте, это зависит, да, еще раз, это вот не завод, расположенный в России, которым управляет иностранная компания, там у вас запчастей на месяц. А если это российский директор, а тем более оборонный, они уже научены к этому делу, да, вот, они это все прошли. Вот точно совершенно у них запас есть на год, там на полтора года кое-кого есть. Вот, соответственно, в какой-то момент это их догонит, да, но нужно понимать, что скорость догоняния, да, вот этого воздействия, она будет у всех разной. У кого-то через две недели, у кого-то через месяц, у кого-то через полтора года. Но эти санкции, они еще медленнее вступают в силу. Но они, знаете как, они ломают весь каркас экономики. Потому что там украинская экономика, российская экономика, французская экономика, она связана с глобальным миром, там тысячами, там десятками тысяч связей. И вот когда вы их все так обрубаете, то вот ни одна экономика там мира, ну, может быть, за исключением Северной Кореи, да, вот, которая абсолютно замкнутая в свой шарик,
она самостоятельно все для себя произвести не может. И вот эти санкции, они очень медленно будут сжимать российскую экономику. Потому что сегодня вы думаете, что вы можете что-то производить и продолжаете производить. Сегодня там российский министр промышленности говорит, что там к 2025 году мы начнем производить аж целых 10 самолетов Ту-214 в год. Думаю, что там все российское. А я пообщался с производителем комплектующих для этого самолета. Они мне говорят, да нет, конечно, мы-то российские. Ну вот у нас лист спецификации. У нас 80% импортный. Ну да, мы там на 10 самолетов у нас есть. А больше нету. Так вот, у министра-то, у него же там вот поставщик, российский, поставщик первого уровня. А на следующий уровень он не опускается. Да? И вот эти санкции, они будут вот так сжимать. И никто не знает, когда это сжатие закончится. И вообще, что после этого российская экономика сможет производить. Да? Поэтому логика вот такая, что есть три типа санкций. Ну, персонально я их оставляю вообще в стороне, да, потому что это отдельная история. Она, ну так, очень грубо, они на экономику никак не влияют. Да, поэтому я их, вот что называется, хотите, будем обсуждать. Вот. Но, в принципе, там, я считаю, что персональные санкции, их надо было вводить в 2014 году, тогда бы они, может, к 2022 году бы сработали. А вот вводить их в 2022 году, ожидая, что они прям немедленно сработают, это так не бывает. Вот, поэтому логика вот такая примерно. Кстати, но есть много аргументов против. Например, убытки там в 3, вы сказали, в 6% для Германии, там кто-то считал 3% от Германии, для Германии из-за отказа от российского газа, это скоро будет намного меньше, чем немцы будут тратить на войну. На поддержку Украины, на перевооружение своей армии. Они уже, по-моему, военный бюджет увеличили на 2 миллиарда, если не ошибаюсь, да? Для поддержки Украины. Поляки тоже перевооружаются. То есть экономика войны требует очень много лишних денег. И это будет несопоставимо с теми потерями, которые они понесут из-за санкций на Россию. Ну, смотрите, первое, со мной спорить бессмысленно, да, потому что вы же меня попросили описать их логику, я вам их ее описал. Второе, сейчас, подождите. Я второе. Не, я смотрю, вы же так готовы на меня наброситься. Второе, в вашей логике, ну, какое-то там, ну, с чем-то можно соглашаться. Только нужно понимать, что когда Америка или Германия принимают решение о поставке вооружений в Украину, то это вооружение производится на американских или немецких заводах. Да, и поэтому, то есть, условно говоря, их экономика, да, с одной стороны, это расходы на поддержку Украины, а с другой стороны, это загрузка своих предприятий. Да, поэтому здесь экономика работает немножечко по-другому. Во-вторых, безусловно, в какой-то момент может случиться, что, ну, или политики поймут, что цена, вот совокупная цена войны, по-большому, вот все, что вы перечислили, начинает превышать те потенциальные потери, которые можно там понести экономика от остановки экспорта, импорта российского газа. Или общественное мнение, немецкое, французское, испанское, итальянское, чешское, венгерское, увидев там 1000 раз фотографии Бучи, видеоролики, да, вот в конце концов он говорит, нет, стоп, слушайте, это надо остановить любой ценой, мы согласны на любые жертвы. И когда у избирателя, у большинства избирателей позиция поменяется, тогда политики смогут принять это решение. Сегодня, если вы справились, ну, просто смотреть немецкие опросы, вы за то, чтобы прекратить импорт российского газа? Да, мы за. А вы за то, чтобы понизить температуру в домах с 21 до 15? Нет, мы против. Вот и все, да. То есть, вот еще раз, это может случиться. Вот либо политики поймут, что цена расходов, затраты на войну в широком смысле превышают, да, те потери, которые может понести экономика, либо общественное мнение начнет соглашаться с тем, что это нужно остановить любой ценой. Вот вы тогда это может начаться. Кстати, что Буча и Краматорск пока не изменили переломно вот мнение германских граждан, да? То есть нужно еще... Мне кажется, что существенного, ну то есть, знаете, как это идет медленное, как сказать, медленное нарастание, ну, неприятие, не... ну, вот сказать, что это стало каким-то таким вот решительным фактором, что мы готовы пожертвовать всем, чем угодно, чтобы это остановить, нет. К сожалению, пока это не стало.
Просто я помню 2014 год, когда весь западный мир называл войну на Донбассе гражданским конфликтом. Но когда сбили MH17, сразу риторика изменилась, и они начали говорить о войне и о российских наемниках и все остальное. Поэтому мы в Украине очень сильно ожидаем, когда этот переломный момент наступит. Что может быть переломным моментом, по вашему мнению? Не знаю. Не знаю. Правда, не знаю. Ну, то есть, вот смотрите, мы с вами Бучу видели. Мы с вами театр в Мариуполе видели. Мы с вами вокзал в Краматорске видели. И мы понимаем, что это не стало вот таким моментом. Да? Вот я просто я не хочу, ну, знаете, как язык не поворачивается, прогнозировать, вот, да, что там, не знаю, должно случиться. Ну, просто вот как-то, не знаю, мне, я не могу это делать. Но мы с вами понимаем, что вот эти эпизоды, они не стали поворотными. Принципиально. Может быть, условно говоря, там 10-й театр, да, он станет переломным. А может быть, 5-й. Не знаю. Вот, понимаете, общественное сознание, оно же, ну, вот, непонятно. Ну, да, что-то случается, и все. Должно быть какое-то событие, чтобы средний бюргер согласился понизить температуру на 5 градусов у себя дома. Чтобы да? Не... да, зимой. Не летом, а зимой. Зимой, понятно, да. Мы с вами говорили про энергоэмбарго. Какое решение, по вашему мнению, примут страны ЕС? Потому что одни якобы соглашаются отказаться от российского газа и нефти, другие еще думают. Вот, по вашему мнению, каким будет консолидированное решение? Я думаю, что консолидированное решение будет отказ от российских энергоресурсов, там, условно говоря, на 50% в течение года, на 70% в течение 2 лет, ну, оставшиеся 30% там, в течение 5 лет, ну, с точки, там, истечения долгосрочных контрактов. Ну, вот такое, да. Потому что, ну, оно позволит экономикам там, построить газопроводы, построить нефтепроводы, построить порты, чтобы принимали газовые танкеры, везущие СПГ или танкеры, везущие нефть. Вот я думаю, что где-то здесь будет. Вот. Ну, дальше нельзя исключать, что там Европа и Америка, они вместе могут, ну, ввести, например, какой-то налог на импорт российских энергоресурсов. Да, с тем, что, ну, не знаю, там поставки, предположим, 20%, 30%, да, а деньги от этого налога в фонд восстановления Украины. Ну, что-нибудь вот такое, да. Ну, тоже можно... операции, да, но это все равно заплатит средний пользователь. Потому что... Это вот, как сказать, опыт там, вот того, что происходит сейчас на нефтяном рынке, когда российские компании сталкиваются с ограничениями и всякие, знаете, как там, не знаю, насколько это адекватно, но такие теоретические, математические модели показывают, что основную массу понесут поставщики энергоресурсов. То есть они, потому что у потребителя будет выбор купить арабскую нефть или купить российскую нефть. Да, и он там условно говоря, там 5% дополнительных издержек он готов на себя будет взять, просто чтобы быстрее, логистика проще, да, а 25% он будет взять на себя не готов. То есть давление на поставщика будет сильнее, и поэтому, скорее всего, ну, то есть, вот, да, сказать... Это опыт Ирака и Кувейта, да, когда Ирак выплачивал 30%, кажется, от рыночной цены нефти Кувейту в счет репарации за... Ну, да. Ну, вот, знаете как, если бы... Там, мне кажется, что вот такая конструкция, она, в принципе, может устроить все там, политические силы в Европе. Да? И сказать, что вот смотрите, мы вносим вклад. С одной стороны, мы в текущем режиме начинаем забирать у путинского режима деньги. С другой стороны, мы даем время на перестройку там, наших энергосистем. С третьей стороны, мы принимаем стратегическое решение отказаться от российских энергоресурсов. Да? Ну, то есть, вот такой вот подход. Я видел много ваших интервью, и вы часто повторяете, что вы не верили, что Путин начнет войну эту. Да? Я пытался понять, почему он это сделал, и мне кажется, есть только один благоразумный ответ. Где Россия через 50 лет в этом технологическом мире? В мире, где есть Китай, где есть Соединенные Штаты, и где уже не будет углеродных энергоносителей.
И мне кажется, что Путин, экспортируя страх, это единственный его экспортный продукт, пытается растянуть период того минимума уважения к России и к нему лично. Как вы думаете, насколько это верное утверждение? Ну, я не думаю, что Путин мыслит горизонтами 50 лет. Ну, сейчас. Ну, это первое, да, что он никогда не отличался какими-то вот стратегическими такими взглядами и пониманием того, что жизнь – это штука долгосрочная. Я думаю, что все гораздо там, примитивнее, к сожалению, проще. И я бы разделил сейчас там вопрос, зачем и почему. Да, то есть вот почему Путин... Сейчас моя логика в чем была, да? То есть я считал, что эту войну Путин не начнет, потому что рационально она не может решить ни одну из его проблем, но создать ему сильные другие тяжелые новые. Да, то есть вот была моя логика. Значит, видимо, Путин посчитал, что... Первое, почему? Что те риски, которые видел я, вот риски серьезных санкций, риски затяжного военного конфликта, риск невозможности поддержания оккупационного режима на большой территории, риск вот изоляции от глобальной экономики, он их посчитал низкими. Значит, видимо, это строилось на том, что вот этот вот блицкриг, через три дня парад в победы в Киеве, там правительство Януковича или правительство Медведчука, и типа, и мы уходим. Победители не судят, да. Да, ну то есть вот типа, что мы все сделаем так быстро, что они даже не успеют шелохнуться. Да, и там типа сначала сделают какие-нибудь легкие санкции, а пока не начнут чесать репу, мы уже быстро оттуда уйдем. То есть это означает, что почему он на это решился? Потому что у него была, ну, знаете, как я говорю всегда, нельзя строить здание на песке или на болоте. Да? Если ты строишь свою стратегию на гипотезах, которые там на неверной информации, то вот вся твоя стратегия она будет ошибочна, она будет провальная. Это означает, что у него изначально была неадекватная информация по всем этим параметрам. И о боеспособности российской армии, и о желании украинцев цветами, и аплодисментами и поцелуями встречать российских солдат. Да, и о готовности Запада помогать оружием, деньгами Украине. Ну, то есть, вот, вот по всем пора. И там, вот, короче говоря, вот он почему? Потому что он, ну, грубо говоря, он заложил неверные гипотезы в основании своих расчетов. Да, после этого даже правильные расчеты, ну, они начинают рушиться, потому что гипотеза стартовая неверна. Теперь зачем? Теперь зачем? На этот вопрос ответить мне гораздо сложнее, да, потому что это уже из области психологии. Мне кажется, что для Путина есть два момента. На самом деле, ну, ключевой это, как опять, там, сильно похоже на гитлеровскую Германию. То, что называется Версальский синдром. Синдром обиженной нации. Да, когда вот нас, Германию, Версальский мир поставил в такое унизительное положение, заставил выплачивать огромные репарации, в результате наша экономика там разваливалась, не могла жить, и вот Запад, этот, еще у нас кусок земли отобрали, и вот мы для того, чтобы, что называется, почувствовать себя, встать с колен, мы должны вот всем показать Кузькину мать. Навалять. Кузькину мать, там, ну, дальше это, собственно, навалять, да, конкретно навалять. Вот, и, соответственно, мне кажется, что вот у Путина в голове и у той части значительной российского населения вот это вот оно такой, знаете, замес получился, как я сказал кому-то, знаете, вы берете пачку дрожжей, кидаете в сортир типа очко, и вот попал, и там вот это все начинается, да, вот просто поперло, да, то есть вот это вот синдром обиженной, униженной нации, то есть ему захотелось восстановить историческую справедливость, показать, что мы не проиграли, что мы снова великая держава. А признак великой державы – это то, что мне можно все, что я хочу, и мне за это ничего не будет. То есть, как Америка. То есть, он же постоянно говорит, Америке можно? Смотрите, Америка в Боснии, Америка в Ираке, Америка в Афганистане, Америка в... Вот везде Америка. Вот чему? И Америке можно, а мне нельзя. И вот мне кажется, что вот эти вот... Вот это вопрос «Зачем?». Первое, чтобы восстановить историческую справедливость и вот... поражение в холодной войне, что называется, обнулить,
Потому что если обнулять, так все, в том числе и поражение в холодной войне. А второе, чтобы сказать, что да, я великая держава, и вы это признаете. Вы мелкие твари, да, вот, которые вокруг меня там каждые 4 года меняетесь, бегаете как муравьи. Я уже забыл, как, кого из вас как зовут. Вы мельтешите, как эти самые, перед глазами. Ну, байджики носить, чтобы не забывать. Ну да, да, да. Вот, вот собственно, мне кажется, что вот что-то в этом роде – это ответ на вопрос «Зачем?». Путину нужна третья мировая ядерная война. Я думаю, что в его голове, да, это вот барьер не в принципе ядерное оружие или не использование, а вот там тактическое или стратегическое. И это единственный суд, который теоретически может вот принять решение, обязывающее для России. Создать трибунал без согласия России и чтобы она согласилась с ним – не будет такого. Поверить в то, что Путин подпишет договор, в котором он признает себя проигравшим, и поэтому он согласится платить репарации, ну, у меня как-то вот не получается. В жизни Путина это, наверное, невозможно.